Если ты в своей квартире вдруг услышал странный шум, если видишь на диване от когтей длиннющий след, кто-то мявкает под креслом и обсикал твой костюм, то возможно, что пробрался к тебе злобный Cartoon Cat. Чтобы точно все проверить, надо выключить весь свет и с фонариком бесстрашно по квартире походить. Посветить неярким светом сразу лучше в туалет. Ведь все кошки любят лапкой по бумаге колотить. Дальше двигайся на кухню и смотри во все глаза. Не открыт ли холодильник и на месте ли колбаса? И если все безрезультатно, то проверь ты все углы. Любят поджидать в засаде все хитрющие коты. Но давай-ка предположим, что увидел ты в углу. Два больших зеленых глаза смотрят прямо на тебя. И вдруг длинные лапища взяли мамину метлу. И выходит страшный котик, улыбаясь и шипя. Ты давай не растеряйся и фонарь не выключай. Посвети ты им по стенам длинным желтеньким лучом. И скользни лучом по кэту, ну, как будто невзначай. Он же кот, он любит бегать за лучом тем напролом. И гоняй его подольше по шкафам и потолку, чтобы выдохся наш котик и прилег передохнуть. Ну, а сам бегом на кухню, только будь ты начеку. Миску с молоком возьми ты и дай котику чуть-чуть. И тогда случится чудо, и наш злобный Cartoon Cat замурчит и даст немного себя за ухом почесать. Ведь известно, что котик очень ласков был в ответ. Покорми и поиграй с ним, надо это понимать. И тогда у тебя будет свой домашний Cartoon Cat. От обидчиков он будет тебя в школе защищать. Познакомь его с друзьями и пожарь ему котлет. И учти, что его нужно в чистоте всегда держать. В общем, нечего бояться, если Cartoon Cat придет. Ведь, возможно, очень скоро он тебя от зла спасет.